Владимир, ну два слова буквально. Что, какие ощущения по игре вот этой ракеткой для пинг-понга? Интересно, конечно. На что похоже? Похоже ли это на шипы, скажем, или нет? Ну, чуть-чуть похоже, мне кажется. Шипы. Если, защиты не играл, но вот есть ли какие-то, скажем так, варианты для комбинационной какой-то игры? Слышите, я играл сейчас 3 минуты. Но тем не менее, интересно именно вот экспресс, такое мнение. Ну, конечно, вариантов намного меньше, чем в настольном теннисе, то есть вращение меньше. И, как Максим говорит, есть, наверное, наверняка, да. Но надо больше играть, посмотреть, как настоящие мастера играют, поучиться немного. И потом смогу получше ответить на эти вопросы, да. Да, мы надеемся. Спасибо. Да, Макс, спасибо. Ой, играйте. Игорь, а правила знаешь, да? До скольки играется? До 15. Один раз за игру можно объявить двойное очко. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Нет, я не Явно не первый раз. Скрытый пинг-понг плеер. Кофе. Еще будешь? Ну не, надо ехать. Все, я ехать. Слушай, ну неплохо попадать чуть-чуть если. Сериал готовить, да? Пару, да. Ну, понятно, что там карбас или что-то такое. Не играл? Тут все очень хорошо для первого раза. Мозги на месте. Хорош. Эх. Выиграть очко. Сам.
пацан выиграл 119. Поздно. Отдавай тебе чай. Еще быстрый. Вам мат. Блин, меч сломался. Блин, надо забыл сказать, но такие правила. Не, все, до 14 надо до 13 брать. До 13 надо взять. Нету. Ему легче. Шанс равно взял. Красавец. Блин. Думал, больше шансов, что... Максим, ну что, разобрался? Да. До сих пор даже удалось выиграть. Молодчик. Мне понравилось.